Димаш Кудайберген восхищен своей индонезийской фанаткой. Димаш не смог пройти мимо невероятного таланта и поделился видеозаписью в личном инстаграм-аккаунте. Молодая певица из Индонезии с очень красивым голосом. Красивая и талантливая девушка. Нежное, идеальное исполнение. Браво! Написал Димаш. Фанатка исполнила песню из репертуара Кудайбергена на казахском языке «Незабываемый день». И вот меньше чем за сутки ролик набрал более 235 тысяч просмотров. Подписчики не скупятся на комплименты, отмечая талант девушки. Как вы знаете, добрый Димаш нередко публикует у себя в соцсетях каверы на свои песни в исполнении фанатов из разных стран. Так, например, он высоко оценил и творчество португальской певицы Лары Алексио, которая также вдохновилась песней «Незабываемый день». Сама девушка тогда призналась, что она, не понимая языка, поняла, о чем поет Димаш. Бір көркенін қашақ болдым өзіңе Еркер керген балдай тәтіз өзіңе Қалаған мен баурап алған жанымды Қары бердім нұрға толды жүзіңе Пай-пай Шүркім, ұмытылмас күн Пай-пай шүркім, ұмытылмас күн Аңса No, I fell in love with you at first sight I felt a feeling that I'd never had before I was fascinated by your charming ways I couldn't stop looking at your beautiful shining face My love That unforgettable day My love, my dear Unforgettable day You are
Также помнят и недавний кавер от певицы из Монголии, также точно скопировавший образ Димаша на шоу «Перевоплощений». Кудайберген сразу похвалил Халиунбата Аджаеву на своей странице в Instagram. Каждое воскресенье монгольское телевидение показывает шоу пародии «You Face Sound Family» – «Твое лицо кажется знакомым». На знаменитых мировых звезд это конкурс – аналог российского шоу «Один пародия». Эта девушка больше похожа на меня, чем я сам. Талантливо сделана. Всем большой рахмет! Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!